В мирной жизни Владимир Васильев – главный администратор украинского музыкального канала М1, в военной – мотострелок. Он хотел попасть на фронт еще в первую мобилизацию в марте этого года, когда столкновения между украинской армией и сепаратистами самопровозглашенных ЛНР и ДНР только начинались. Но на фронт в батальон территориальной обороны Киев-12 попал только в третью мобилизацию в августе. К своему разочарованию пробыл там недолго и был комиссован по состоянию здоровья. Ну, когда я сказал, вот у меня астма, ну, в принципе, есть ингалятор, вопросов нет. Ну, просто когда с таким прицепом вот, пришел боец, а командиры уже знали, что куда пойдет дальше 12-й батальон, то есть вот они побоялись. Жители украинской столицы приветствуют батальон, в котором хотел служить Владимир. Его бойцы вернулись на ротацию после нескольких месяцев боев в начале декабря. Большинство этих мужчин были призваны во вторую-третью мобилизацию в мае и августе. Заместитель командира батальона Антон Шаповал критикует последний призыв. Вот эта третья мобилизация была самая неэффективная, как по мне, потому что идейные все закончились, и военкоматы начали, что не есть, гребти всех подряд. Вот. Люди, которые вообще не желали служить, а были же такие, которые даже оружие в руках не держали. Сейчас в коридорах военкоматов мало людей. Еще в марте здесь стояли в очередях тысячи добровольцев, которыми тогда занимались максимум 10 сотрудников. В ведомстве не скрывают, что оказались не готовы к войне. Как и армия, военкоматы пытались сократить персонал почти в два раза. Это дело в соответствии с указом экс-президента Виктора Януковича, который в октябре 2013 года отменил еще и воинскую обязанность. Во время третьей волны мобилизации мы уже докомплектовались и начали работать более слаженно. Добровольцев сегодня много по Киеву не бывает, хотелось бы больше. Многие из тех, кто приходит, не имеют воинских специальностей, не служили в вооруженных силах. Уклонистов сколько? Я не буду называть сегодня эти цифры. По Киеву хватает. Киевлянин Виктор Станиславович – один из тех, кто не хочет идти воевать, не хочет никого убивать. Он считает конфликт на Востоке слишком политизированным и не разделяет патриотизма своих друзей, готовых воевать за Донбасс. Я всегда с ними спорю, ему говорю, что не нужно этого делать. Ты сам с Киева, а он с Донецка приехал в Киев и здесь живет, бизнес открывает. Но это неправильно. А ты должен с Киева ехать за него, отстаивать его квартиру или там его дом. Я считаю это неправильно. Батальон «Киев-12» потерял 11 бойцов. 100 человек были ранены. Плечо к плечу с киевлянами сражались и добровольцы из Донбасса. То, что им приходилось воевать со своими соседями, их угнетает. Славяне не должны обижать. Это мое мнение. Извините, я там 115 дней. Так что я от души говорю. Это вообще бред. Русские славяне со славянами воюют, называется, а немцы пытаются их помирить. Сбылась мечта Бисмарка. Владимир все-таки попал, хоть и не на фронт, но в армию, на летние сборы резервистов. Теперь он готов в любой момент взять в руки оружие и защищать свою страну. Историк по образованию так комментирует конфликт в Донбассе. Просто есть понимание, вот люди отстаивают свой дом, свою свободу принимать решения без кого-то. И есть люди, которые вот мыслят категориями там, Российской империи, например. Или категории Советская империя. Есть некоторый трагизм в том, что сейчас обе стороны используют оружие, которое было выпущено еще в СССР. Хорошая лопатка на все случаи жизни. Вот 1984. Это дало мне на броню.